Информационная война. Вот что делать в частном доме, когда человек сидит и не отрывается от телевизора? Выключить телевизор. Но меня же никто не услышит. Скажет радио и скажет соседка на личной площадке. Что делать государству? Если оно ничего не будет делать, значит, включатся рупоры, и нам в течение там, нескольких месяцев просто сотрут наше, на бессознательном уровне, нам просто засугестируют все, что хотят сказать. Поэтому, безусловно, воевать, безусловно, выделять бюджет на то, чтобы находился штат народу, который будет, наконец, разморачивать наши головы. Мы не можем выключить телевизор. Мы его включим в соседней комнате. Так устроен русский человек.